Олимпийская золотая медалистка Шизуки Аракава надеется, что ледовое шоу, которое она организует, доставит зрителям столько же радости, сколько катание на коньках доставляло ей на протяжении многих лет. Аракава прославилась, когда стала первой японкой, выигравшей золото в фигурном катании, пробившись к медали на зимних играх в Турине в феврале 2006 года. Примерно 3 месяца спустя она объявила о своем уходе из фигурного катания на пресс-конференции, и на следующий день она сделала свой первый шаг как профессиональная фигуристка на разовом ледовом шоу. С тех пор ее шоу «Друзья на льду» проводится почти каждый год. Шоу «Друзья на льду» 2023 стало 17-м по счету. «Каждый год я оглядываюсь назад с чувством удовлетворения от того, что смогла сделать чуть больше», — сказала Аракава. Выступления, в которых участвуют фигуристы, являются изюминкой шоу и одним из аспектов, который стимулирует ее продюсерские способности. Мне нравится думать с точки зрения болельщиков. «Какое выступление могли бы показать эти фигуристы вместе?» — объяснила Аракава. В этом году в шоу участвуют звезды фигурного катания, в том числе недавно вышедшая на пенсию пара танцев на льду Дайсюги Такахаши и Кана Мурамото, а также Стефан Ламбье. Фигуристы также свободно обмениваются идеями друг с другом, что может создать представление, превосходящее воображение. На этих выступлениях каждый фигурист раскрывает выражение или технику, которую он не демонстрирует во время соревнований. «Я надеюсь, что зрители оценят эту разницу», — сказала Аракава. Хотя прошло 17 лет с тех пор, как Аракава запустила «Друзей на льду», ее решимость вернуть что-то фигурному катанию осталась неизменной. Каждый год она предлагает детям и юным фигуристам возможность продемонстрировать свое мастерство на мероприятии. Будучи спортсменом, Аракава вкусила олимпийскую славу, а также завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию. Ее участие в ледовых шоу и выставках в качестве профессионала опирается на многие из тех же навыков, но Аракава настаивает, что эти две главы ее карьеры различны. «Это совершенно разные миры», — сказала Аракава. «Я не связана никакими правилами, и мне нравится кататься так, как душе угодно. Это смешно. Надеюсь, многие люди почувствуют это на моем шоу». Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!